стандартно использовать кастрюлю. Кастрюля, если тут, то пить будет маска. Она нужна для того, чтобы в ней что-то варить или жарить. А еще можно ее для опытов. Например, ее подорвать, и она улетит. Копать можно. Еще на ней можно с горы спуститься на лыжах. Ну, не на лыжах, а как садишься в нее и спускаешься. Кастрюлю можно использовать, ну, обычно мы ее используем, чтобы варить что-то. А если необычно, то мы можем ее надеть, как каску использовать. Окей. Ее можно надевать на голову, как шлем. Еще можно использовать как барабан. Вот так вот перевернуть. А кастрюлю можно либо как щит сделать, либо как ранец, либо как шлем. Так можно шлем, а еще можно к защите прибить. А стандартно можно варить суп, борщ можно варить. Кастрюлю можно, ну, внутри садить растения, если горшки закончились. Еще можно использовать как каску привязать, если самой каски нету. Обычно кастрюлю можно использовать как что-то заливать и кипятить, а необычно как тоже маленький щиток и как каска. Можно вот эту крышку как вот так, а каску это если вот так надеть. В кастрюлю можно посадить цветок, чтобы он рос, семечко, а потом залить. В кастрюлю можно сделать на снеговика, можно положить как шапку. В кастрюлю можно варить и защищаться. Ударил по башке, потерял сознание. Как барабан. Частный комплекс непрерывного образования «Школа Эйдас» – это совершенно эксклюзивный, инновационный подход к образованию. В Эйдасе каждый ученик развивает свои таланты и внутренние ресурсы. Память, творческое мышление, высокий уровень знаний по предметам, психическое и физическое здоровье. Профессиональная педагогическая команда воплощает мечту родителей об успешном настоящем и будущем их детей. Именно в Центре интеллектуального творчества, детском саду и школе Эйдас на протяжении 20 лет доказывают, что неталантливых детей не бывает.